Димаш Дамиров. Очень приятно. Как ваш номерок? Держи. Желаю удачи. Я мужик. Мне 4 годиков. Уже через год почти будет 5 в этом году. И 6 скоро будет. А как ты думаешь, лучше быть ребенком или взрослым? Маленьким. Взрослые чуть-чуть неинтересные. Маленькие такие интересные. Я пока интересный, потому что мне 4 годика. А моей маме 28. Кто такие взрослые? Подожди. Чтоб где-то хорошо воспитать таких более вредных, для этого нужен или детдом, или интернат. Или самый худший интернат. Там перевоспитывают детей. Им могут давать по жопе ремнем, что аж жопа может треснуть. Это кто рассказывал? Мама моя. А как правильно детей воспитывать? Объяснять. А мама неправильно меня воспитывает. Не умеет воспитывать. А чего? Не так мне замечания делает, наказывает меня. Меня наказали вчера, потому что я во время ночи громко разговаривала. А теперь я уже отказан, сняли наказание. Это потому, что я помыл голову без списков и без криков. Привет! Привет! Становись вот так, это микрофон. Ты знаком, я тебе его не отдам пока. Как зовут? Я хочу на палочке. Вот это на палочке тебе дадут такой же? А он тебе нужен? Ну, я хочу на палочке. Ну, я тебе отдам его потом, хочешь? Угу. А как зовут тебя, скажешь? Тёма. Тёма, здорово. Чё тут мисочка вот эта стоит? А я сейчас тебе покажу, почему она стоит. Смотри, тут есть конфета, хочешь? Угу. Бери, угощайся. А что скажешь? Что ж ты дадёшь? Спасибо. Пожалуйста. Смотри, классно выступишь, я тебе еще дам. Хочешь? Давай вот положим тебе. А, ты будешь петь, Тёма? Ты будешь петь? Да. Сейчас пойдешь? Микрофон на палочку. Мы дадим... А, чтобы микрофон на палочке стоял? Ты сейчас выйдешь на сцену, там он уже стоит. Пойдешь? Вон он на сцене. Пойдем, я тебя проведу. Хочешь? Пойдем. Сейчас я тебе покажу, где у нас и микрофон на палочке. О! Я сейчас тебе покажу, где у нас и микрофон тут, у нас на палочке. И судьи у нас тут. Он? Подходи ближе к нему. Здравствуйте, мама. Это из «Звездных войн»? Ты моя
Остання любов, моя машина, моя машина. Ти і я напилися знов, моя єдина. На смак бензина і кави. День і ніч, дихай час, а ми з тобою живемо двоє. Автомобіль буде у нас, має ти сонце, я не один. Ту-ду-ду-ту-ту, ти не одна. Ту-ду-ду-ту-ту, скільки людей. Ту-ду-ду-ту-ту, скільки машин. Ту-ду-ду-ту-ту, я не одна. Ту-ду-ду-ту-ту, ти не один. Ту-ду-ду-ту-ту, мій телефон. Ту-ду-ду-ту-ту, 911. Тихенько, фанати! Фанати. Оце ти завів зал. Добрий вечір. Артём, привіт. Привіт. Що? Добрий вечір. Добрий вечір. Ти ж з нами не поздоровався. Ти вийшов і сразу почав петь. Але ти не сказав нам привіт, здрасте, ми не познайомились. Привіт. Ну, привіт. Ти такий славний. Песню так круто исполнил. Смотри, все встали, всем понравилось. Кто научил тебя такую красивую песню петь? Так красиво. Люся. Люся, а Люся кто это? Это моя крестная. Люся, она сегодня с тобой? Нет, она поехала в Финляндию. Слушай, а сколько ж тебе лет? 4. Ты уже взрослый человек. Тебе не страшно на такой большой сцене? Нет. Нравится? Я пока живу на 15 этаже. Так. А почему пока? Ты планируешь... Потому что нам надо было Г. А почему пока на 15? Потому что у нас квартира 101. Ну и отлично. Я считаю, что все связывается. Прекрасная ответ, да. А расскажи, пожалуйста, кто сегодня тебя поддерживает? Подождите. Жду. Thinking of you, I'm thinking of you. What I can do is just think about you. Thinking of you, I'm thinking of you. When I'm blue. I'm thinking of you, ту-ту-ту-ту. А теперь сюрприз. Сюрприз? Який? Сюрприз теперь. Який ще сюрприз? Не скажу, это секрет. Артём, стоп, извини, что мы тебя прерываем. One moment. Смотри. Так. Артём, слушай старших, внимание. Смотри, дружочек, мы эту песню слышали. Ты уже ее исполнил классно. Второй раз не надо, порепетируешь дома. Обязательно нам еще раз споешь, потому что ты нам очень понравился. Я еще хочу. Я знаю, но мы не можем. Там другие тоже хотят спеть. Сейчас. Ты моя остальная любовь, моя машина. Я хочу задать вам серьезный вопрос. Скажите мне, вы запрограммировали ребенка? Нет. А смак бензиной ковы. Сейчас я приведу вам ребенка.
Держи, теперь еще две будет. Дим, ау. Как тебе вообще артист? Вы сейчас рискуете услышать песню в четвертый раз. Пойдем, там нас ждут. Да. Пойдем. Пока. Пока. В мисочке? Хочешь, я тебе все отдам? Хочешь? Иди сюда. Ну. Хорошо, ну, держи, да? Как и обещал, все твое. Что надо сказать? Заслужено. Спасибо. И тебе спасибо. Нам очень приятно, что ты сегодня пришел. А там еще есть. Ах ты ж. Ту-ту-ту-ту-ту. Ту-ту-ту. Ту-ту-ту-ту-ту. В дуэте. Пока. До свидания. Ну все, ребят, конфет нет больше у нас. Ну все. Сворачиваемся. Якщо вам сподобався виступ учасника шоу «Україна має талант. Діти», будь ласка, підписуйтесь на YouTube-канал «Україна має талант. Діти» і перегляньте цей виступ ще раз. А заодно усіх найяскравіших учасників цього шоу. Будьте з нами!